Эй, всем привет, с вами Шет и... The Master! И мы продолжаем играть в Dead Space. А вы помните, в прошлый раз мы... Смотрите сюда. Мы зарядили за... Что такое? Что происходит? Ворота не открываются, вот поэтому-то мы и здесь. Поэтому мы не можем сейчас улететь. Нужно ворота открыть вручную. Как? Как это сделать? Не знаю, но сейчас мы, наверное, поедем и разберемся. Надо сначала от огня спастись. А потом, видимо, обратно через весь этот ад придется выбираться. Ну ладно. Ребята, всем привет, мы играем в Dead Space. Смотри, что перебил Шет, но просто так получилось, да? Вот, поехали? Или ждем, пока Стазис зарегенится? Все, у меня зарегенится. Ну ладно, поехали, у меня еще одно деление есть, нормально. Главное, сейчас идти надо, я не помню. Нам сейчас нужно направо, и там бежать. Где мы умерли с тобой, следить, в принципе, в прошлый раз. Точно, я вспомнил, ты... Да, аккуратно надо просто ходить, здесь иногда огонь прямо из низа прямо начинает. Так, а здесь вроде все нормально, здесь надо на лифт. На лифт и вызываем лифт. Беги. Блин, беги. На лифт, давай, жми. Всё, отлично. Сейчас они вниз тоже за нами пойдут. Да, и тут вот на лестнице огонь. А, вот он горит красным, подсвечивается. Если что, Стазиса в него кидай и ждем, пока огонь прогорит. Огонь, вот сейчас огонь горит. Да, вот тут его не было. Сейчас аккуратно. Все, можно бежать. Бежим. Ты успел? Да. Так, кручу, запутать хочу. Кручу-верчу, запутать хочу. Так, отлично. Огонь. Тут везде огонь. Да, мастер. Ах ты ж. Ай-яй-яй, сейчас хилку пей. Так, пробегаю. Я пробежал, отлично. Откуда он там взялся? Ладно, все, будем осторожными. Все, осторожными. Так, подальше от стен. Все системы в порядке, но у вас тут горит все, ё-моё. У вас такой порядок системы, ребят. Нифига себе. Знаешь, если у них такой... Представляешь, это прям русские строили. Слушай, по-моему, русские делали, реально. Да. Уверен, что слово из трубы где-то написано, сделано строителями. Молдаванами какими-нибудь. Нормально. Так. Все. Серьезно. Серьезно. Так, что здесь нужно делать? Заклинило, как кто-то мне сказал, попробуй избавиться от него. Окей, тут что-то заклинило. А, вон, я вижу. Оно взорвётся сейчас. Нужно, мне кажется, чем-то другим в неё стрельнуть. Понял. Из пушки, да, давай. Слушай, мне, наверное, тоже в неё сесть надо. Да, садись, ждем напарника написано. Почему? Чё, типа, один не сможешь? Да. Да, вот, я понял, зачем. Здрасте. Боже, их как так круто сносит, просто сразу в хлам. Давай. Там без бочку ломаю, бочку себя слева ладно. Короче, да, ты лево берешь, я право. Да. Слушай, видел, там регенерирующий был. Ты его снял, просто снес туда, опять же, его перемолотило. В космосе да они долго не проживут, я думаю. Но если проживут, то. Опять был регенерирующий. Офигеть, кто сколько. Понимаешь, регенерирующих, по идее, по сути, быть вообще не должно. Потому что регенерирующего сделал ученый в первой части. Он его создал сам. Создал сам, слушай, так тут же события после первой части. Да, так я поэтому не понимаю, как тогда он появился, если по идее его должен был создать. Ну, офигеть. Их, наверное. Бочки взрывай, главное. Отлично. В первую очередь бочки. Очень сильно перекрывает звук игры тебя, и если что, перед зрителями хочу извиниться за это. Да ладно, нормально, сейчас все будет так. О, боже мой, ты куда улетаешь? Может, надо ежить или я не знаю, или это мультик? Это. Я не знаю, где тут мультики, где-то не мультики. Эй, что происходит? Так. А, мы сейчас в космосе с тобой будем, о боже мой. Так, вот я. Всё, тишина. Ты справился? Айда, Айзек. А куда, погоди, вот, Бен, жми, там будет точка, куда лететь, синенькая. Да, вижу. Так, к ней тогда направляемся, аккуратненько, мины, не забывай, мины притягиваются к людям, их лучше уничтожать. Они на этот реагируют на движущиеся объекты, начинают движущиеся объекты, это... Странно, почему они тогда на осколки не реагируют? Осколки не двигаются, это в космосе кажется, что они двигаются, на самом деле они... А, нажмите разбор... Что? Разворот к Земле. Понял, это он разворачивает автоматически к ближайшей Земле. Вот ничего. Это, наверное, нужно, когда рядом с Землей находишься. Сейчас мне никуда не разворачивается. Не, у меня поворачивается к точке к нашей, если я от нее отворачиваюсь. Вот отвернись от точки, куда надо лететь, и нажми Z. Ай! У тебя мина прилетела, да? Да нет, вроде. Ну, откуда сзади, возможно. Не знаю, что у меня там не работает, но... Шо, давай быстрее, ты что-то встаешь. Я пытался нажать РБ. Так, вот мина. Ой, вижу, я просто там за тобой смотрел. Прикинь, сейчас они в космосе за нами пойдут. А что они в космосе могут делать? Они же... Дышать им, по идее, в принципе, не надо, слушай. Да, их тут ничего не... Им не нужно тепло или холод, это просто плоть живая.
Так, слушай, нет, все нормально, они могут жить в космосе. Да, ты... я просто имею в виду то, что, прикинь, они нас достанут. Ну как, у нас есть рейтинг ранца, они банально не смогут нас достать. Ну, может, они тоже как-то могут, не знаю, двигаться в космосе. Это так забавно, слушай, я бегаю так прикольно. Погнали наверх. Так, а, может, мы же летать можем, точно. А, вот, это то, откуда мы пришли, что ли, получается? Да, а, вот, челнок. Воздух. Вот здесь воздух, Шет, выбей. Отлично, отлично, не помешает. Так, ну ладно, и подлетаем к челноку к нашему. Давай, ты, короче, за руль, как обычно, садишься, а я это... Угу, давай, а ты сзади. Да, я сзади, чтобы наблюдать, что там вообще происходит, что вообще как. Ух, да. Тяжелая нож с этими регенерирующими, ненавижу их. Ненавижу, чувак, честно, вообще просто уже я уже сыт по голову этими всеми. Так, ну нужно обратно, на гриле. Не обратно, а на гриле. Да-да-да, смотри, все равно на гриле нужно было. Слушай, а что они сказали? Я прочитал, нужно к обломкам на гриле. Какие-то обломки рядом с гриле есть, которые нужно исследовать. Вот-вот, да, значит, ничего нового, точнее, ничего не пропустил. Связи много между гриле и нашим челноком. На гриле все-таки нужно было, даже если бы бочка была, то все равно... Ну, хотя мы сейчас не на сам гриле пойдем, а то к его обломкам каким-то там. А, ну, слушай, забавно, все равно на гриле мы же убили этого ковбоя. Так. А не, ковбоя-то мы убили здесь, на Терранове. Да, подожди, а кто тогда на гриле был? Да, хрен его знает. Я что-то не помню, подожди. А кто был на гриле тогда? А мы на гриле вообще были? Да, конечно. Да, мы его зачислили. А там вроде что-то просто было куда-то... А! Да, там была эта комната этой женщины, помнишь? Там капитану, блин, вроде бы... Да, точно. Видишь, уже много времени прошло с тех пор, как мы играли, просто с тех... Вот, и подзабыли немножечко, ребят, но ничего страшного. Просто это была незначительная миссия. Побочная. Так. Погоди, а где? Вон не туда, вон надо туда, в другую сторону, слышишь, на другую сторону. Да, вон, вижу движок. А, движок вижу. Да, нужен движок от него. I've disconnected all the lines and service tubes, but hell, I know how to get it out of there. I'll figure it out. Go get your equipment together so we can tow it back to the repair bay. Так, прицелиться кинезисом. Окей. А где здесь прицелиться кинезисом? А во. Там, видимо, движок сам достать, да? Ага, так нет, нет, отстань. Так, ладно. Ага, и теперь нужно вот этот сам движок достать. Во. Отлично. Нифига себе. А мы тут не умрем с тобой, слышишь? Кстати, кислорода-то у нас немного. Тут есть еще баллоны летают. Так, нам с тобой нужно возвращаться обратно, пошли, полетели, пока есть воздух. А двигатели они сами достанут? Да, сами достанут, но его чисто вытащили. Не буду тут долго остаться, у нас с тобой мало воздуха. Мы успеем, я думаю, обратно долететь. Я сейчас слушаю диалог, что тут происходит. Мед, спутники с рачищами. Ага, там нужно, нам нужно еще будет какие-то ништяки собрать со спутников. Вот, три регистратора. И где это можно сделать? Мы полетели пока на базу? А, понятно. Нам нужно нам куда-то другое место. Уже здесь мы сделали все, что могли. Да, мне нравится, что здесь воздух постоянно есть. Да, согласен. Это как удивляет, как в этом корабле постоянно, как они воздух создают. Как они воздух создают? Может... Ну, какие фильтры? Не, ну понятно, но... Накитают или я не знаю. Я не знаю, кстати, откуда кислород берут на самом деле. Так, на ранок наш корабль. Да, видимо, мы сейчас там будем перегрузку делать на Терранова, потом вот этот шаттл, двигатель туда еще поставим, и, в принципе, потом опять с этими регенерирующими. Слушай, прям какие-то космические приключения. Тебе это ничего не напоминает? Да-да-да, знаешь, двигатель поставить, топливо заправить. Слушай, мне кажется... Мне кажется, здесь больше космических приключений, чем в нашем этом. Ну, как бы не исключено, ну точнее, даже Dead Space, это же мертвый космос, тут уже. Да. Так, все, выходим. Здесь, да. Пересаживаемся. Так, куда нам тут идти-то нужно? А, сейчас узнаем.
Сейчас узнаем, давай посмотрим. А, ну на корабль, в принципе, да. Все, сели. Тут какой-то облом какой-то большой есть, может, в него залетим? Ну, я бы не стал. Мало ли. Мало ли что там водится. Так, ну, и что у нас... А, вон, вот это наш корабль, сам наш корабль. Да, а вот я хочу вот этот обломок залететь, все-таки, мне кажется, у него что-то есть. Сейчас сзади его облечу. Ай-яй-яй, за мной мин летит. Отстань, отвали. Сломал. Ай, все-таки взорвал. А, ты ее сломал, спасибо. А, во-во-во, вот эту штуку надо взять. Ну, да. Сейчас ее стазисом нужно брать или к ней подлететь? Может что-то включить, это спутник какой-то? Вот, включил. Полетный регистратор. Мина! Да что ж ты будешь делать? Ну, в принципе, она немного сносит. Да, так вот только вот много мин, я не хочу. А что с ней делать с этой штукой? Ты уже все с ней сделал? Да, я с ней сделал, нам. Так. А, задача все равно около нее. Да. Там снизу, с другой стороны, было что-то. Может, нужно ее взорвать, я не знаю. Нет, я активировал полетный регистратор. Сейчас, давай посмотрим. На нее показывает. Ха, странно. А что говорится в квесте? Баркл переживает, что наш полет. Надо еще две таких найти. Да, нам нужно еще две найти. То есть, видишь, если удастся вытянуть навигационные данные из полетных регистраторов, то мы сможем проложить безопасный курс. Пока я нашел. А вот еще один вижу. Так, давай, ты так к нему улети, а я пытаюсь найти следующий. А у нас еще 2 минуты есть кислород. Да, это очень плохо, потому что у нас было 2:40 с самого начала, то есть мы уже половину пролетали. Надо бы найти, где воздухом заделаться, то не хочется заново начинать. Вот, воздух, баллон с воздухом улетают. Сейчас я вот заполнюсь. Могу собачка. Тебе. Могу тебе его подогнать. Погоди, вот, собачка, убил. А, ты собачку нашел? Слушай, смотри, я нашел баллон воздуха, и я заправился из него. Если хочешь, могу дать тебе его. Так я. Ну да, дай мне его лучше. Так, найден модуль, еще один модуль. 2 из 3 найден. Ты где? Ёперный тятер! Лечку пей! 3 мины за мной было. Лечку выпил, отлично. Ты где? Шеф. Я возле первого. Ты можешь нажать этот, а можешь нажать Б, и тебе покажется, вон я твой ник вижу. Так, давай, активируй. Можешь нажать Б, и тебе покажется, где я. У меня уже 99 секунд, я вижу, где ты. А почему ты за мной не прилетел? Ну, нет, я взял кислород. Вот, кислород. А, слушай, я сейчас тебе его кину. Давай. Вот, я тебе его кину, видишь? Сейчас поймал, что дальше, Е нажимай? Да, тут собачки. Ну, да, Е, у меня так, А. Ищи пока другой модуль еще. Можно пока что только показывает только на первый почему-то нужно. А вот, я еще один нашел. Все отлично. И это я от него улечу. Нет, ты там. Тут был уже у какого-то. Так, погоди, а это какой? Это, да, у этого вроде бы еще не было. Так, отлично, 3 из 3. Так, все, собрал достаточно полет регистраторов. Как они только не взорвались на минах. Но они же не двигаются сами по себе. В принципе, да, по сути. Тут какой-то ящик есть, ящики какие-то летают. Так, нужно найти станок. И, кстати, ящики, да, дай-ка я притяну, пожалуй. Ну ладно, пофиг, мне кажется, у них только патроны, в принципе, зачем они носят? А, его можно, если оттолкнешь назад, он сразу ломается. Полетели обратно к базе. Да, давай. Сейчас надо посмотреть, куда нам лететь. О, я не в ту сторону летел. К нашему здоровью. У меня такое чувство, что здесь можно куда-нибудь залетать, что-то лутать. Ну ладно, в принципе, не будем заморачиваться на эту тему пока что. Нет, слишком большая база, точно не просто так. А не, погоди, какая-то новая точка полетела. Да, на нее показывают. А мне сначала показывало не на нее, а в другое место совершенно. А там говорят, есть станок. Нам на станок надо. А, собрать их? Да. Вон, видишь, блин, куда он там как-то забраться? Надеюсь, там будет кислород. А, вон вход, вижу. Вот, да, вижу вход, отлично. Ты видишь, да где? Угу. А, да, тут есть кислород. А где кислород? Вот около меня, смотри. Черт, я вход для кораблей прилетел. Да, где этот ящик был с самого начала. Угу, так, все, жалко, кислород вдохну. Да, может, тут уже вдохнуть, здесь уже есть. Побыстрее, не задерживай... Не задерживай пыль, Шет! Все, окей. Дезинфицирует нас. Отлично. Классный звук. Такое давление, когда выравнивается, прикольно. Давай, готовься. Ага. Ты же знаешь, что у нас тут можешь ожидать, это же... Да я готов уже ко всему. Это же Dead Space, в Dead Space ничего так просто не бывает. Так, здрасте. Так, а, ну это мы на старый корабль наш прилетели. Да, только откуда здесь новые ящики? А, это не ящики. Так, слышал это? А вот мы сейчас можем уже сюда прийти, раньше мы сюда не могли прийти. Видимо, уже двери открылись некоторые. Вообще лучше у двери так не стоять, на самом деле. А, это... А, погоди, так мы... А, все, вспомнил. Мы тут были. Там станок, помнишь? Да. Ты что, Элли ходила вот здесь где-то? А где? Да, они все команды ходили, по-моему.
Так, ну мне станок нужен, чтобы, во-первых, робота взять нашего. Кстати, да, я тоже загляну, пожалуй. И поставить его еще раз, и у меня, припасть. А у меня полетный регистратор, я сборку. У меня сборка происходит. А у меня тоже сейчас сборка происходит. Ну ладно, сейчас соберем, да еще. А. Ой, робот погружает. Ой, как приятно. Да, отлично. Да. Ну-ка, что там придет? О, нормальненько, нормальненько, понемножечку. Карточки какие-то еще. Да, скажи, скажи приятный робот. Вообще молодцом. Работает, как я бы сказал, ну не будем. Так. Так. Есть стрелковое оружие. Поделиться, продать, 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 продать. Стандартный вариатор, чем бы это ни было. О, я могу компрессор поставить. Нифига, сколько компрессор! Создает оружие, стреляющее кинетическими импульсами. Дальняя дистанция. Вау. 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 Но у него плотность поражения. Так, ладно, я предлагаю на паузу поставить. Мы разберемся, поиграемся со всякими пушками, а потом продолжим. Ну да, можно, в принципе, так сделать. Давай, да, мы на паузу ставим. Ребята, да. Увидимся через пару секунд. А, ну так вот, ребят, пока мы тут копались в инвентаре, у них у нас произошел спор между нашими персонажами, и они. Нет, говорят... даже не между нашими персонажами, а между нашими, ну, друзьями. Между всеми персонажами в игре. Да. Между всеми персонажами в игре. У нас... Да, давай, прости, перебил. Побежим, да и расскажешь. Давай, рассказывай, что побежим. Ну, у меня сейчас тут лишний дневник, мы и они в конце концов спорили, ну, были, они спорили, лететь на планету или не лететь. В итоге определили, что лететь на Тау, ну, на эту планету. Если у вас есть хоть какой-то шанс остановить обелиски и покончить с нашествием некроморфов, стой! Должны им воспользоваться. В костюмы зайдем, надо хп больше сделать. Если сделаю больше хп, если получится. Угу, я продолжаю. Так, мне осталось установить навигационный модуль на носовом конусе Кразье. И, в принципе, все. То есть на носовом конусе устанавливаем модуль навигационный, и все. И мы свободны, спокойны. Так, ты пока копаешься в этом, да? В костюме? Не хватает металлолома, пошли. А я сейчас попробую, посмотрю, что мне там, да, может. Я надеюсь, мне хоть хватит сейчас... Блин, сменить костюм, я хочу новый костюм сделать. Новый костюм? Ну, да, попробуй. Мне, наверное, дается за прохождение игры. А, да, посмотри, посмотри. Прикинь, у меня соматического геля не хватает. Мне 1000 нужно. Да ладно. Ага. О, я могу броню улучшить. Даже два раза. Нет, один. Два. Вау. Классно. А третий раз? А, на третий раз полупроводников уже не хватает. Прикинь, у меня металлолома аж две было больше 2000. А, у тебя патроны есть? Слушай, ты можешь мне пару патронов кинуть? Я их разберу и сделаю себе больше хп. А, патроны, сейчас посмотрю. Нет, у меня две обоймы всего. А, ну ладно, тогда погнали. Я, наверное, поэтому, ну, их раньше просто постоянно убирал, ненужные. И поэтому у меня так много. Угу. Все, выходим. Вперед, вперед в открытый космос, давай. Давай, открывайся. Открываем и... Ты тоже это хотел? Да. Так, ну куда нам... Сейчас, куда нам нужно? А, ну думаю, на корабль, да, получается? А, вот, они уже сюда пригнали этот шаттл, смотри. Ничего себе, они смогли... Джон, нифига они скоростные, да? Они смогли это все сделать, пока мы там возились, ничего себе. Смотри, они тоже что-то делают, я думал, в этой игре только мы здесь что-то делаем, а не так, чисто, знаешь, ну типа... А, ты открываешь? Да, ты открывай. Нет, ты открываешь сейчас. А, да все уже открылось. Так. И сюда мы должны вставить что-то. Нужен блок, завершено, все. Так, отлично. Тебе такой, нужен такой туда. Обшарпанный, побитый. Так. Открывается, отлично, залетаем. Заходим. Угу. Барабум. Ждите. Отлично. Активируется все, и нас, давайте, запускайте внутрь. О, все, сейчас начнется что-то интересное. Так, кстати. А, как круто открывается шлем, мне так нравится. Да, мне тоже нравится. Ну-ка, у меня... Э! А у тебя не открылся. А ты меня видишь, мое лицо? Да. Я уже и забыл, что он в печали. Да. Стал с ней групп. Чёрствый. Да. Чёрствая буханка хлеба. Ну, блин, опечалился, что сказать. Что поделать, я бы тоже опечалился, наверное. Так, и давай вставлять на это место. А, нужно переставлять их.
Почему? Вот, и повернуть надо. Оп. Так. Отлично. Такие везде, знаешь, давление идет. Ну, здесь. О, смотри, вон они сидят. Оу, здрасте, чуваки. Женщины, мужички. По-моему, ранены все еще круто. Интересно, чем у ребят занимались тут все это время, пока мы там некроморф отбивались? По-моему, не ранены. Корабль тащили, наверное. А, ну, в принципе, да, они что-то... А, так, погоди, а что, больше ничего не нужно сделать, точно? Ну, нет, все, ждем. По зданию нам нужно идти вперед. Вперед? Да. А, ну, пойдем вместе. А, вон, запуск. Все, я включаю. Давай, жми. Ты только присел, а мне что делать? А, мне тоже надо запуск нажать. О. Тоже присел? Видимо, ты будешь лететь, а я буду стрелять. Я лететь? У меня турель включена, а у тебя... А, это самоубийство. Вот согласен. Короче, ты будешь лететь, а я буду стрелять, слышно, надо было наоборот. Я буду... Ничего не включено. Подача горючего работает. Датчики включены. Видит мины. О, мины еще подсветятся. Так, нет, это не я лечу, если что. Это не ты летишь? Нет, пока он сам все делает. Отлично. Вообще, блин, так круто. А ты отстреливаешь мины? А, я вижу, как ты отстреливаешь их. Я пока не стреляю, мне почему-то не стреляют. Прицел есть, а стрельба не идет. Дэммит. Чё мне с этим делать? Включена, а чё делать? Сбой курса, окей. Вон, стреляй по ним. Ты автоматически будешь стрелять. Давай. Когда они мне подсвечивают их, я их начинаю на них наводить и стрелять, только тогда по ним начинаю. А мне нужно вот лететь вот сюда, видишь? Блин, ну чё я могу сделать с этим куском большого... Фух. Капец. Снизу не подстрелил мину. Ладно, у нас, видишь, хп корабля показываются. Где? У меня, по крайней мере, показывают зелененькие такие. Я ничего не вижу, может я просто на мины сейчас пытаюсь больше сосредоточиться. О, господи, три штуки, давай, я тебе постараюсь. Четыре штуки, отлично, взорвал. О, я там еще, ой-ой-ой-ой-ой, сколько их тут, боже мой. Давай, постреливай их. Не успел некоторые зацепить. Где жизни корабля, сколько у нас жизней? Да вроде пока три из трех. Три из трех? Вот, вход в атмосферу. То есть ты управлял кораблем? Да, я сейчас. А я стреливал мины эти? Да. Оп-о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 п-
отлично. Что с этой штукой делать? А, в принципе, он сам ее разбивает, ладно, окей. Тогда я могу разбивать сам, просто я пытался их облетать, они такие прям как разлопок. Не-не, ты что, лучше это облетай их, потому что если он будет их разбивать, то ты будем жизни, наверное, тратить. Эти зелененькие вряд ли жизни. Воу-воу-воу. Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, шит, полегче. Я делаю. Это не я делаю. Сейчас заставку. Ну это понятно. Температура корпуса зашкаливает. Окей. А-па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 . Боже мой. Сажайся сейчас корабль. Каким образом? Как? Я вообще не понимаю, какие психи. Блин, я вообще в шоке, чувак. Честно, я такого первый раз вижу. Боже мой! Шед красным загорелся жизнь одна. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Это... Сбивка курса? Какая сбивка курса? Все, ок, идем. Все, ок, идем. А это что? Что? Вспомогательные системы, двигатели отключены, высота 2000... О, боже мой, какая высота уже! Это не моя вина! Я все... Все понятно, Шед, хреново из тебя водила! Там кого-то убило? Да, по-моему, там кого-то выкинуло. Да там женщину эту зацепило. Так, так, слышь, передача данных. А чё, я теперь лечу и стреляю? Ну ты чё, охренел? Я теперь лечу и стреляю, Шед, ты чё? А ты чё делаешь? Не знаю, я баллоны... Вставляю правильно, под правильным углом. Быстрее вставляй, мне тяжело лететь и стрелять одновременно. Не могу, я космический ас. Ай, слышь, какой космический ас? Ё-моё! Ас, так никто не может сделать. Что про... Блин! О, господи, его убило. Кого убило? А, этого чувака? А, навигатор убил, господи, ему просто бошку разорвало. Давай за руль, блин! Так, я лечу или не я лечу? Что происходит? Ты летишь, ну чтобы не летелка кончилась. А, навигатора нет, теперь нужно самим, что ли, навигироваться? Давай, ой-ой, давай между скалами! Что ты делаешь-то, ё-моё? Выруливай давай! Я пытаюсь, во-во, полетел! Да ё-моё, да что ты делаешь, Шед, что ты делаешь?
отстреливайте, скал, видишь, отстреливай. А я не все могу, я говорю, подсвечиваю, где могу отстреливать. Слушай, интересно, это по скрипту так идет или, блин, просто мы такие тупые? Мне кажется, просто так хрено выводит. Нет! Хорошо, я вожу. Шет, 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 давай, давай, тяни. Так. А, вроде долетели, нет? Не знаю, я нифига не вижу. Ничего не понимаю. Боже мой, эта игра просто бомба, ребята! Где, где скрипт, где нет скрипта? Упс. Опс, нифига. Так, а ты... Я один, что ли, лечу? Да ладно. Нет, я с тобой остался. Я твой ник вижу в темноте, что за фигня? Охренеть, Шет, мы с тобой сейчас такое... Я как будто бы реально там летел, ё-моё, когда ты шёл отдел, я вообще офигел. Реально отвечаю. Блин, слушай, мне вот интересно, это реально так должно было произойти, или заскриптовано, или это просто ответвление сюжета? Goddammit. Да, мне кажется, наверное, так и должно было быть. Ну просто как-то, не знаю, слишком жестко все. Прикинь, если бы все было реально, зависело от того, как ты ведешь. Короче, плохо ведешь, там все погибли, ты один такой остался, в одиночку все проходишь дальше. А, кооператив закончился. Ты меня убил, Шет, как ты мог? Ваш напарник больше не может к вам присоединиться. Да. Так, вы убили его. Ох, шмяк. О, жесть. Ну, видимо, ты выжил. А ты? Ну, не знаешь, задроишь меня, наверное, в руинах. Да нет, нет, должен очухаться тоже. Сбой работы шлема. Ну да, 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 давайте, закрой себе лицо и пусть я током бьет там. Все правильно. А, нет, ты живой, видишь? О, сбой работы шлема, а здесь вьюга, дружище. А скоро будет мерзнуть. Ой, как сильно мерзнут. Шет. А еще и хп не показывается. Ёлки-палки. Жесть. Скорее всего будет этот. Не, хп-то на горбу у тебя. Ну, у меня и не показываются. Нет, у меня показывают. А, вот, у меня просто вообще на нуле все было. А, это холод, видишь, 37 градусов по Цельсию. Держите ближе к источникам тепла, чтобы поднимать температуру тела. Офигеть. Ну что ж, я предлагаю пойти в эту бурю в следующей серии. Да. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Ну такое эпичное падение, как просто не понравится. Спасибо, что посмотрели. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, ставьте комментарии, пишите свои впечатления. С вами был Шет и... Демастер. Всем до новых встреч, всем пока. Всем пока, ребята.